Эх, бедный Могус. Бак. Мать, уйди. Кто? Что? Потому что я слишком тяжелый. Я вам... Да, я сказал, не нажимать. До 2 миллионов литров воды. Клавиатура из кирпичей. Шарика Могус. Звездом звездолет. В этот дом? Да. Это дом, да? Да. Это дом. Ты, если не понял, сейчас я тебе все расскажу. Вот вы сейчас подумаете, ну это же звездолет, а не дом. А я подумал, а что быть как все? Надо ломать правила, и поэтому я сделал звездолет, который не только звездолет, который еще, и машина, и которая еще и лодка. Ладно, давай, где тут вход? Сейчас, подожди. Типа тут я по красной дорожке прошел, и тут проход в никуда. Подожди, подожди. Аркомис, спусти, пожалуйста, засеку. Это ты за 3 дня построил, да? Да. Че, реально? А вот. Да, и то... Подожди. О, все. Добро пожаловать. Так, подожди, сейчас ждем еще человека. Вон, Арти, давай уберем. Че не по красной дорожке? Правила соблюдаем. Я тоже бежу, Все, так, сейчас поднимаемся. В общем, давайте маленькую экскурсию проведу. Ну, во-первых, здесь у нас такая маленькая кухня. Здесь, кстати, в холодильнике есть сразу пасхалка. Нажми на ручку, у тебя холодильник, у меня залагалось. А, нет. Нажми на ручку. На ручку нажми. Да я нажал. У тебя откроется холодильник, и там пасхалка. Я нажал. Увидел там Амогуса? Там Амогус. Шарик Амогус. Зачем шарик включили? Ну это Амогус же шариковый. Все, это Амогус. Вот первая пасхалка. Потом, здесь есть выключатель света. Пустите меня, пожалуйста, я за стеклом. Пустите меня, пожалуйста. Где ты? Сейчас, подождите, сейчас пустим человека. Пускайся на рычаг. Так, смотри. Также у нас здесь есть раковина, плита. И еще такой вот кафе столик. Да, так, ты где находишься? Я здесь. Стулья, к сожалению, пока что не рабочие, но сейчас мы это исправим. Да. Ну, за 3 дня. Я не успел стулья поставить ее. Кнопка. Он еще летать может, говорю сразу. Потом также здесь вот эта дверь открывается, но она что-то не открывается. Сломалась. Логично. А, да, подожди. Здравствуйте. Мне сломали дверь. Вот теперь она работает, я то есть это знаю. Такой выход. Балкон, так, правда, он опасный. Поднимайтесь. Это не балкон. Заходите обратно. Потом. Далее. Идем в следующую комнату. Это жилая комната. Здесь есть кровать, на которой можно спать. Такие полочки. И даже компьютер. Но у компьютера нет кресла. Клавиатура, конечно, каменная. Клавиатура из кирпичей. Завод по производству кирпичей номер 3. Города Санкт-Петербург. Все. Теперь, следующая комната. Это у нас туалет. Здесь у нас есть туалет, на котором можно сесть. У него работает слив. Вот видите, вода. Что, реально? И все. Стоп, где? Да, вот тут. Один раз нажми, да, один раз. И под, все, вот видишь, а теперь нажимаем еще, и теперь вода уходит. Потом есть такой душ, тут можно походить, для меня он идеально, и раковина. На этом моменте у меня, кстати, стекло закончилось. Ой, в портал не заходите, в портал не заходим. Чё, здесь у нас, да, не заходи. Чё? Здесь, Арти, уйдет. У нас здесь плантация. Здесь у нас плантация, растут у нас тыквы, это, если что, клубника, я даже тут подписал. Здесь томаты, тоже подписано. И здесь морковь. Да, не похоже на морковь, но это морковь. Это, похоже, если что, это все вода. То есть это специальные трубы, по которым течет вода. И каждые 12 часов здесь поливается растение. А посмотри, как оно поливается, нельзя? Нет, тут 12 часов еще не прошло. Ну ладно. Теперь идем на второй этаж. А, кстати, вот это квантовое водохранилище. Вмещается до 2 миллионов литров воды. Это хватит обычному человеку на где-то на 150-200 лет жизни. Чтобы каждый день выпивать, там, мыть полы, там, к примеру, мыться, пить воду, готовить и мыть посуду. Ладно, первый этаж пошли. Закончился, идем на второй. Здесь у нас тоже выключатель. Вот здесь он. Вот. Свет работает здесь. Здесь у нас две комнаты. Сначала зайдем в вот эту комнату. Заходим за мной. Здесь работает также. Давай. Здесь работает свет. Это у нас кладовая. Здесь коробка, 2 ящика и еще 1 ящик. Выходим. Понятно. Следующая комната, она здесь. Это комната. Что здесь шарик вот? Для геймеров. Нет, для тех, кто любит отдыхать. Тоже жила. Где? Здесь у нас лампа есть,
который работает стол и кровать. Ты где? А, ты тут что? Зачем включила? Нет, диван. Вот здесь у нас такая комната. Здесь кровать. По-моему, рабочая даже. Нет, не рабочая. Нет, ты говорил, что она не рабочая. Ну да. Идем дальше. Здесь у нас очень такие продвинутые кресла. Они очень круглые еще. Да, на них можно сесть. Прям комфорт плюс, все такое. Здесь большой ультра 4К телевизор на целых 360 FPS. Опять же выключатель. И теперь коротким путем идемте в портал. Вот сюда. Так, сначала заходим в портал. Здесь у нас капитанская рубка. Здесь у нас панель управления, кресло и сверху кровать, которая тоже не работает. Вот здесь сверху кровать. Не заходите вот в портал. Что так лагает? А, не знаю. Здесь портал у нас сверху кровать, там растеница есть. Ну и командная рубка. А еще я хочу показать вам пару механизмов, которые я сюда поставил. И для этого вам нужно выйти из корабля. Не нажимайте на рычаги. Пан? Выходите. Мы нажали, все, да. Вам... Да, я сказал, не нажимать. А? Выйдите все из корабля, пожалуйста. Все. Ой, потом немного. Да, ну... Надо по одному выходить, потому что... Да это понятно, но... Портал на 10 человек не рассчитан. Реально. Так, выходим. Мудрые слова. Все, я убежал. Да что? Ой, ладно, стой. Я пошел. Просто выпей, пожалуйста, я... Я сейчас лестницу специально убрал. Потом закройте лифт, пожалуйста. Арти, выйди, пожалуйста. Потому что мне сейчас надо сделать маневры. Удалить джетпак. Все, Арти, на выход. Я сейчас будет немножко лагать. Так, смотрите. Все, я спустил наш мой звездолет. И теперь первый рычаг у нас, что он... А чё только одно крыло поднимается? Бак. Мать, уйди. Кто? Что? Потому что я слишком тяжёлый. Чё я? Куда? Я улетел. Возвращайся. У тебя же всё-таки самолёт. Подождите. Нет, я прям улетел окончательно. Ладно, ждём тебя. Я лодку загрузил. Украинский я могу суметь. Ай. Короче, я в космос улетел. Так, подождите. Это всё Арти, 100%. Да, это все Арти. Арти во всем виноват. Надо. Где-то... Мы не будем обвинять Арти в том, что он сломал мой звездолет дом. Звездодом. Звездодом, да. Кстати, он у меня так и подписан, звездодом. А, звездодом, кстати, Лил. Сейчас я уберу эту лестницу, потому что она мешать будет нашему полету. Ну, давай уже полетели. А, ладно, я отойду. Все, я сейчас взлетаю. Ой, нет, какой взлетаю. Вот это я дерево здесь, ой, доски так поставил. Нам заходить вот почти так. Взлетаем. Нет, хотя, нет, заходите через... ладно, я сейчас сам все сделаю, не заходите пока. Так заходите или не заходите? Не заходите, пожалуйста. Хорошо. Я вас прошу. Кто зайдет, тому бан. Админ даст бан. Самен придет и специально даст бан вам. Ой, так, нет, поднимите лифт, поднимите, пожалуйста. Сейчас. Многожаемый ух, всё. Спасибо. Все, сейчас я делаю вот так вот. Хоп. Давай. Оп, оба, все. Теперь можете использовать дверь, которая открывается. А, да, помню. Которая может тебя очень сильно приплюснуть. Да, да. Так, открываем. Открываем и заходим. Поставьте себе стульчики и выключите у них. Не, я на том. Я на том балдежном поеду. А что тут сесть нельзя? А, не, нельзя. К сожалению, нельзя. Да он там же. Все, сели, все сели. Стой. Я как раз таки никто не сел. Остановился я. Ну ты гонишь. Да, мы живы. Мы живы, здоровы, пока что. Все сюда ко мне. А! Уже живы не будем! Что нет? Кто это сделал? Опять Арти, что ли? Да это Арти! Я вообще ничего не понял, а что произошло? Я не знаю, меня в космос выбросило просто. Звездодом опять третий раз загружаю, уже звездодом. Хорошо. Третий раз уже. А зачем такие стены делать? Ну, чтобы никто ничего не видел. Специально. Чтобы все было секретно. И я пошел удать всем. Я сейчас там нахожусь и думаю. Так, стой. Надо убрать эту лестницу, потому что она мешает. Там что-то с дверью. Так. Она у меня работала. Пришел Арти, все сломал. Подожди, подожди меня. Все, поднимай. Все. Так, мне нужно крест. Холодильнику плохо, кажись. Да. Где холодильник? Ладно. Холодильник? Так, я... у него дверь исчезла. Ну, ладно. Все, давай. Так, ладно, полетели. Я готов. Я захожу.
А еще у меня произошел небольшой баг. У меня почему-то колеса отвязались. Так, Ван, все, полетели, давай. Сейчас. Арти, moment. Ничего не трогай. Даже не прикасайся, пожалуйста. Ничего не трогай. Ладно, тронешь ли все это, ух, улетит в космос. Будет покорять космос. Сейчас, подождите, у меня технические полетели. Неполадки. У меня технические неполадки. Вот, меня... Сколько еще ждать? У меня сейчас колеса что-то не работают. Сейчас тем. Такой большой корабль. И плохо работает. Так, сейчас, подожди. Ага, сейчас, последняя кнопка. Все, сейчас он должен лететь как воробей. Или нет, он будет лететь как... Давай же, полетели. Как сокол. Полетели. Трон! Арти, убери трон, пожалуйста. Трон. Ух, это ты что-то не убрал? Коллизия. Ой, фиксация. Фиксация. Убери, пожалуйста. Все, спасибо. Я вообще хотел вам показать вот что. Ну, во-первых, это крылья поднимаются для того, если будешь в режиме лодки или машины. Потом, внимание на крышу. Там сейчас стоят шторки, и этот рычаг их закрывает. Это специально сделано, чтобы если когда ты летишь, чтобы лучше лететь, короче. Да, чтобы солнышко не светило в глаза. Ну, а теперь можно полетели. Уй, наконец-то. А, да что такое? Арти все сломал, короче, все. Нет, это не Арти. Мы вообще где находимся? Этот луч даже до нас еще не успел долететь от ракеты. Подождите, куда мы делись? Надо туда. Я сейчас... Это машина, чтобы улетать в космос. И отрывать от себя вот эти... Так, нет. Тут что-то не так. Мы на ультразвуковой скорости летим. Я абсолютно все до этого работал. Моя птичка! Я зашел. Там хорошо? Абсолютно все прекрасно работало до съемок. Сейчас почему-то не работает. Да все правильно работает, мы на ультразвуковой скорости летим куда-то. Да нет, мы не должны лететь в космос. Ну да, мы вниз падаем. Ну вот. Короче, сейчас все. Арти, не залезай вообще ни при каких обстоятельствах тебе нельзя на корабль. Ты где вообще? Я тут сижу в ракете этой. Мы что, без пилота, что ли? Да, пилот. Что если я прыгну? Прыгай. Ты умрёшь, наверное. Всё, я ресетаюсь. Тут уже нет смысла. Сейчас я вам дверь открою, вы потом её должны закрыть. Давайте к вам ты посадочился. Я вернулся. Так, чё, я сейчас захожу. Бедный ты. Все, сиди тут на месте. Из-за тебя у нас уже третий раз все взорвалось. Короче, я сегодня, значит, не покажу, как будут работать колеса, потому что... Ай! Ой, ты про меня забыл. Тут же есть дверь. Открой, пожалуйста. Вот, все, залезай. Поставь себе трон и отключи у него фиксацию. Все, поставил. Трон не обязательно ставить, я могу на обычном стуле. Хотя ты можешь сесть на эти кресла, которые есть сверху. Они очень красивые. Сзади сяду. Так, я тут. Кто-то сел. Полетели. Я фиксацию отключу. Фиксацию. Да, я готов. Фиксация. Да я отключил. Нет, она не отключена. Да я отключил же. Подожди, ну значит в колесах. А, нет, это... Арти, не прикасайся к нему. Мне вообще никто. Короче, в холодильнике проблема. Его дверь нас застопорит. Нет, какой чалик, нет, не надо. А, кстати, модель там делаем. Чё, это... Нет. Во, да, Господи. Я был прав. Это проблема. Нет. Что? А ты как? Короче... Он испарился на месте. Чё такое? Он так на месте испарился. Это всё проблема... Да. Вообще... Ну да, это не Арти. Арти надо. Он должен был спокойно лететь. Прям, потому что я его до этого проверял. Типа, ничего не сейчас. А что не так? Он не летает. Когда мы летаем, мы улетаем в какое-то гиперпространство. Я, короче, уберу абсолютно все колеса и поршни. Я думаю, в этом, ну, кроме лифта, потому что я проверял, когда это до этого летал. Удалить лестницу. А эту штуку тоже удалишь потом. Пока. Пока и вот эту дверь, а может это все из-за этой двери с Амогусом? Там она сзади. Я тоже удалю. Я тоже ее сейчас удалю. А еще тоже вот это вот что-то. Может, какой-то человек может поставить какую-то вещь, с нее может и столько. Давайте сделаем так. Я сейчас никто тут ничего не ставит, абсолютно никто ничего не поставит сейчас. Да. Просто вот у меня есть два кресла и кровать еще. Садитесь на эти кресла и на кровать, которые в комнате на втором этаже. А, вот ничего не ставим. Ничего своего не ставим. Давай, заходи. Так, все, я беру, от двери мы избавляемся. Все, теперь у нас двери больше нет. Аккуратно, тут дыра. Нет, эти стулья не работают, к сожалению.
сожалению. Кстати, кто-нибудь может в туалете сесть? На туалет. О, я хочу в туалет, прекрасно. Я буду. Так, все, я сейчас удаляю эти колеса, поршни, потому что, ну, я до этого проверял, все абсолютно работало. На чили. А давайте мы еще крылья с огнем планируем. Портал убери, двери убери. Короче, прими режим огня строительства, и я тебе от корабля, пол корабля. Не надо мне пол корабля. Подожди, я уберу поршни. И все такое. Я все поршни, которые были, да. Убери лифт тоже еще, пожалуйста. Я его убираю. Да. Только ты пока не лети. Хорошо. Я тебя никто никогда не... Все. Теперь у нас... Подожди, я все уберу. Все лишнее. Крылья, пожалуйста, не трогай. Холодильник вообще избавиться. Не надо потом. Вот там Тамогус избавляйся и от холодильника. Тамогуса уже избавился. Эх, бедный Тамогус. Портал себя удали. Портал не надо лучше. Я удалил его. Иначе не... Ладно. Так, тут, в принципе, ничего такого нет. И он тоже уберем. Ладно, все. Подожди! Я еще не съел. Да нет, я фиксацию просто... Хорошо, отключай. Садись на кресло, папа, иначе на ты связи? Упадет. Садись лучше на кресло, иначе... Стой! Арти, там не работает. Не работает. Нет, он же мое кресло заберет. Стоп. Нет. Арти, нет, отдай это место. Ладно. Для уха. Специально для уха. Ладно, ух, короче, на первом этаже кровать рабочая. Да, ты правильно? Да нет, назад. Я к тебе в гости пойду. Ну, ладно, давай. Я тебе. Там у тебя кровать. У меня есть стул. Типа мы в школе. Знаешь, ты помнишь, как ты учитель учишь? Вон, стульчик, сзади. Ладно. Все, полетели. Теперь все готовы. Знаете, я лучше беру вот это, потому что намешать. Возьми сейчас, я... Давай. Я надеюсь, я кусок. Я за руль. Ладно, мы полетим на полудырявом. Че с крылом? Ладно, все, полетели. Сейчас полетим хотя бы. Ализия, кто-то поставил какой-то свой блок, и теперь мы из-за... Да что такое? Это не из-за этого. Это в крыльях дело, все. Короче, он не умеет летать. От этого летал, серьезно. Я уже не умею летать. Почему когда всегда показываем постройки мне, тогда они не работают. До этого они, оказывается, всегда работали.